Кстати, это мой прием пищи перед тренировкой. 3 шоколадных маффина без сахара и также морковный фреш. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the... I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Так, друзья, четвертая тренировка в этих наколенниках из 5, которые являются лучшими из лучших. Я могу сказать, что я нереально адаптировался. Сейчас я даже превзошел те результаты, которые у меня были в коленных бинтах на соревнованиях. И тогда мой максимум был 145 килограмм, я чувствовал себя нестабильно. Но сейчас, когда я одеваю эти наколенники, я постоянно чувствую тепло в моих коленях. Также они нереально зафиксированы, намного комфортнее приседать. И судя по себе, я могу сказать, что они дают смело 10% к моему приседу. Итак, друзья, на фоне еще одной тренировки приседа в этих же наколенниках. Сейчас хочу поговорить о моих планах, о моих силовых показателях и также о моей форме. Сейчас, на ближайшие 2 месяца, я хочу забыть о классических тренировках на пауэрлифтинг. Я хочу именно жестко набирать массу, потому что я понял, что я невероятно трещавый. Когда ездил в Москву, мне все говорили, тебе пора поднабрать, опять исхудал. И ты просто выглядишь как палочка уже из-за всех этих переездов. Стал еще суше, еще худее. Поэтому сейчас эти 2 месяца я сделаю все максимально для того, чтобы набрать 75 килограмм. Но при этом я не хочу жестко заплывать. Хочу быть нереально сухим этим летом, выйти на пляж, нереально загореть и показать реально достойную форму. И сейчас я строю свои тренировки таким образом, что я делаю максимальный акцент на мои ноги и именно на приседания, поскольку это движение лучше всего наращивает мышечную массу. И также мои ноги постоянно отставали от верха тела, поэтому постараюсь их сделать максимально большими. И тренировки становой тяги сейчас хочу практически полностью убрать, делать максимум 1 раз в неделю, но в среднем хочу делать 1 раз в 2 недели, потому что 2 недели назад я бомбил эту тягу 2 раза в неделю, я был нереально измотан, нервная система не успевала восстанавливаться, из-за этого я не мог нормально не брать и постоянно была какая-то жесткая перетренированность. Поэтому сейчас жестко нажимаю на присед, как раз таки мои ноги станут сильнее, мне будет намного легче тянуть становой сумму, потому что мой срыв всегда отстает, как вы уже знаете. И в начале июня будет соревнование по пауэрлифтингу, это будет открытый чемпионат Киева, я думаю выступать, но все же не знаю, наберу ли я достойную форму для того, чтобы выступить в 75-й категории, потому что времени так уже много. И в принципе я подумал о том, чтобы выступить только в становой тяге и сделать
мастера спорта именно в одном движении становой тяги официально. И мне нужно будет потянуть 207,5 кг в 75-й категории для того, чтобы сделать мастера спорта, потому что в 67-й категории никогда больше в жизни не хочу возвращаться. Я думаю, сейчас в ближайшую неделю посмотрю по моих приседаниях, если сделаю свой рабочий примерно 140 кг 5x5, то я, скорее всего, выступлю на этих соревнованиях в становой тяге, и мой срыв будет намного жестче, я думаю, потяну далеко за 200. Не буду гонять вес, опять же, как в тот раз. Буду чувствовать себя намного круче, просто, блин, поспал, пришел, сделал и ушел, дальше все тренируюсь. Никакой подготовки практически не будет. И также, друзья, по поводу моих видео на YouTube, сейчас был небольшой перерыв, за это я извиняюсь. И в данный момент я хочу очень жестко начинать именно выпускать видео, больше влогов, потому что наступило лето, есть куча возможностей снимать крутые видео на улице, нереально тепло. Буду снимать кучу видео с разных залов и также с гидропарка, разные зарубы с атлетами. А пока досматриваем мою тренировку, и на этом все, спасибо. We are the new Americana. Что может быть лучше? Рис с курицей, орехи и лучший из лучших по набору массы Рич Пиана. Вот СМИ в гребаных социальных сетях, и я говорил об этом миллион раз. Все вроде бы как об этом знают, но серьезно к этому все равно никто не относится. Выбери хорошую фотографию, расскажи людям, кто ты, чем ты занимаешься, в чем твоя особенность. Мотивируй, будь положительно настроенным. Я могу вам сказать, что я ищу, набираю свою команду. Позитивных, мать вашу, людей — это номер один. Если ты один из этих говнюков, который негативное дерьмо оставляет в комментариях, тебе не место. Не место в моей команде, я никогда такого не возьму, я скорее вырублю его прям там на месте убью. Это дерьмо меня бесит, я терпеть таких людей не могу. Все еще смотрю этого парня, он лучший, и он остается лучшим.